Итак, продолжим тему заработка биткоин. Я хотел бы вам предложить заработок на сайте Yabot. После регистрации не надо скачивать и устанавливать их программу для майнинга. Это совсем не обязательно. Да и много денег не принесет. Смысл заработка на Yabot заключается в покупке места на сервере и постоянном, хоть каждые 5 минут, реинвестировании заработанных средств в серверное пространство. От чего скорость заработка будет увеличиваться день ото дня, с каждым часом, с каждой минутой. Начать можно с 0,005 биткоина, то есть начав практически с нуля. Можно выйти на доход до $100 в неделю. На самом деле, доход каждый для себя определяет сам, самостоятельно, без вложений собственных средств и нудных приглашений. Теперь начинаем регистрацию. Для того, чтобы зарегистрироваться, переходите по этой ссылочке. Вот. Перейдя по этой ссылке, у вас откроется форма, в которой вы пропишете очень коротенькую такую регистрацию, пройдете очень короткие данные. Здесь в этой форме вы заполните свой email. Здесь вы, придумавший свой пароль, пропишите его. Здесь вы введете капчу и нажмете «Продолжить». После этого вам на почту придет письмо, на ту, которую вы указали в этом поле. В этом письме будет ссылка для подтверждения вашего аккаунта на платформе Yabot. После того, как вы подтвердили аккаунт, вы нажимаете на эту ссылочку и переходите на форму, в которой вы будете входить в аккаунт. Для того, чтобы войти в аккаунт, вы здесь заполняете поля, здесь вставляете свой email, здесь вставляете свой, прописываете пароль, который вы придумали, здесь вы вводите капчу, вот, и нажимаете «Войти». Когда вы нажали «Войти», откроется форма именно рабочего поля этой всей платформы, этого облачного майнинга. Значит, на этом поле вы увидите все те валюты, с которыми вы будете работать. Значит, здесь все будет зависеть от вас. Что вы выберете, какую валюту зарабатывать и так далее. Здесь от само облако я рекомендовал бы вам его продвигать. Не продвигать ни это, ни вот это облако, только его. Именно GHS, которое у нас вот 256, вот это облако. Это самое достойное, самое быстрое будет продвижение вашего проекта. Значит, здесь заработанные деньги, которые вы зарабатываете, докоинты, биткоинты, вы вкладываете в развитие этого облака. Значит, зарабатывая любую из валют, вы, значит, отправляете на тот кошелек, который соответствует докоинтам, или же биткоинтам, или же бласткоинтам. И они поступают сюда на счет. Ну, в данный момент мы сейчас видим здесь работу, как раз вот в этом плане. Это здесь происходит майнинг допкоинтов, которых я потом вкладываю в развитие вот этой мощности. Вот. Ну, я вам могу показать, как это происходит. Здесь вы нажимаете на облако. Страничка перезагружается. Когда она перезагрузилась, вы выбираете вот эту кнопочку. Здесь вы будете вводить те деньги, которые у вас есть в развитии. Справа кнопочка — это оплата через PayPal. Вот у нас перезагрузилась страничка. Опускайтесь ниже.
И видите, тут поменялась форма. Значит, здесь вы должны выбрать ту валюту, которая у вас есть на счету. Здесь вот биткоин сейчас по нулям. Давайте выберем Dogecoin. Когда мы выбрали Dogecoin, у нас здесь появилась сумма, которая была заработана вот здесь. Вот эта цифра бегут, это зарабатывается сумма. Это она в долларах отображается, Dogecoin заработанная. И вот всего лишь 4 гигахэша, скажем, у нас 4,3 это облако. Такую имеет мощность. Вот. Вот мы, значит, сделали такую операцию. Далее выбираем именно вот этот пункт. Он говорит о том, что вот это облако вы покупаете на 5 лет. Здесь еще много есть пунктов, подпунктов. Пока я не советую ничего, кроме вот этого. Вот. Далее здесь отображается, что вы заработаете мощности вот такой 0,11 гигахэша за эту сумму 209 докоинтов. Вы нажимаете и соглашаетесь с этим. Как мы видим, здесь сумма ушла до коинтов. Здесь было 4,3 гигахэша, стало 4,4 гигахэш. То есть мы увеличили мощность. У нас стали еще быстрее бежать эти циферки, еще быстрее набираться до коинты и зарабатываться сумма в долларах. То бишь вот здесь мы видим заработок, который сейчас у нас идет. Вот. Ну, также мы можем перевести Blackcoin этот. Давайте мы так тоже сделаем. Здесь выберем мы. Мы выбрали Blackcoin. У нас появилась также сумма. Также появилась какая мощность добавится у нас. Мы опять-таки нажимаем. Здесь у нас так по умолчанию на 5 лет этот облако это так и стоит. Нажимаем, подтверждаем. Вот, мы видим, что здесь обнулился счет. У нас здесь увеличилась мощность гигахеш. Так, и здесь мы видим, с какой скоростью еще быстрее начала добавляться наша сумма заработка. Ну и так все остальные, вот Kurecoin тоже, ну, то, что я зарабатывал. Зарабатывать можно не только так. Я в данный момент зарабатываю Dogecoin только. Здесь вы можете выбрать любую из валют, которую вы хотите зарабатывать, или же все сразу, скажем, то, что вы хотите, вы нажимаете вот диверсифику. У вас появляется такая форма, и с которой тут доступно, понятно, видно, что у меня включен Dogecoin в майнинг, все остальное выключено. Вы можете точно так же сделать здесь, выбрать другие валюты, и они будут чередоваться через каждых 5 минут, отработает это, потом переключится, скажем, на эту валюту, потом на эту валюту. Вот, можете сделать, значит, какую-то выбрать одну валюту, и выбрать вашу мощность вашего облака. Тоже включить, нажимая, здесь оно отключено. Off вы можете включить. Вот. Страничка перезагрузилась. И мы видим, что здесь тоже появилась майнинг. Теперь, когда мы нажмем на аккаунт, вот мы увидим опять рабочее ваше поле. В данный момент работают Dogecoin, и по истечению времени переключится сюда и будет зарабатывать, ну, увеличивать уже мощность здесь ваше облако. Вот. За счет увеличения мощности переключится потом обратно, оно начнет Dogecoin уже быстрее зарабатывать, так как здесь уже увеличится мощность. Вот. Ну, таким вот образом это все работает. Для того, чтобы завести кошельки для любой из этой валюты,
вы должны перейти по этой ссылочке депозит. Перешли по этой ссылочке, и вы видите здесь кошельки, которые я себе открыл, с которыми я работаю. Которых у меня нету, просто нажимаете сгенерировать, оно вам выдает этот номер кошелька, и уже LitecCoin вы зарабатываете на сайтах и переводите на этот кошелек. Таким образом вы помогаете побыстрее, значит, развиваться облаку, так как стартовая начальная сумма какая-то здесь должна быть для того, чтобы начать работать. Смотрите за новым выпуском видео, которое вы будете получать, когда подпишетесь на мой канал. Вы будете видеть там дальнейшую работу, значит, как на каких кранах зарабатывать те же доккоинты или же биткоинты, как их сюда переводить. Вот под каждым видео будут ссылочки, так что все вы будете получать вовремя. И в заключение, потом последнее видео уже я сделаю, это вывод денег с этой системы. На сегодня все. Я прощаюсь. Подписывайтесь на канал. Всего доброго.